27 июля в пятницу я, Евгений Мангуби, представляю вашему вниманию заключительный репортаж Trading Central Web TV. В начале последней торговой сессии акции биржи США торгуются стабильно. Министерство торговли США сообщило о том, что экономика США выросла на 4,1% во втором квартале. Это самый быстрый темп роста за период с 2014 года. Тем временем акции Facebook все еще в упадке на 0,2% после вчерашнего 20% падения. Форекс маркет имеет следующие значения. Фунт по отношению к доллару на 0,08% выше и составляет 1,3118 пунктов. Пара доллара и иена на 0,2% ниже и составляет 110,98 пунктов. Курс евро и доллара в центре внимания. Пара укрепляется и стоит выше горизонтальной линии поддержки на уровне 1,1670 пунктов. Долгосрочные позиции будут выше этого значения с отметками 1,1620 пунктов и 1,1600 пунктов. Биткоин дороже на 2,54% и стоит 8127 долларов. Золото дорожает, его цена укрепилась выше нисходящей линии тренда и продолжает расти. Долгосрочные позиции будут выше 1224,5 долларов со значениями 1215,5 долларов и 1211 долларов ровно. Серебро на 1% дороже и стоит 15 долларов 54 цента за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.